Педро, где наша выпивка? Пошевеливайся, Рокки. Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня. Вообще-то моя семья и Артура, который стал почти членом нашей семьи, ничего не знают о моей работе. Они не знают, что здесь происходит. Я тоже представляю, что бы он натворил, если бы узнал об этом. Он бы из тебя калеку сделал. Верно, действительно. Если кто-то видит здесь, что я работаю, сразу решает, что это неприличная работа. Да, я знаю таких типов. Они готовы вцепиться в тебя, как только ты потеряешь бдительность. Скажи мне, ну почему ты так поступила? Ну хорошо, у меня есть на то свои причины. Но ты не беспокойся, все прошло. Я не позволю, чтобы кто-нибудь узнал об этом. Ну хорошо, пойдем, Марисоль. Ночь еще не кончилась. Ты приступай к своей работе, а я займусь своим делом. Но сначала зайду в туалет и приведу себя в порядок. Ну и смогло бы что-нибудь получиться, но не получится. Что ты за человек? Что у тебя за дружки? Кто они? На самом деле ты хороший или нехороший? Смотри, Рики, из 10 ударов я ни разу не промахнулся. Я хочу поговорить о другом промахе, отец. О каком? О твоей ошибке, из-за которой пострадал я. Расскажи мне о матери Габриэлы. Ты должен рассказать мне о Консуэло Грубер. Послушай, объясни ты мне, скажи мне правду. И ты хотела работать в этой компании. Я знаю, что это для тебя значит. Но что случилось? Почему ты отказался от этого места? Потому что это место не для меня. Это общество мне не подходит. И прекрасно знаю, что эти люди не такие, как мы. Работа в Тропибелла меня не устраивает. Не рассказывай мне сказки. И ты, и я знали, что за люди работают здесь. У тебя что-то случилось. И довольно серьезное. Да нет, ничего серьезного. Хотя кое-что случилось. Кое-что неприемлемое для меня. Я жду. Но это все из-за Рикардо Линареса. Из-за него. А что случилось? Что? Он поцеловал меня. Да, Артура. Я всегда ем последний. Всегда вынуждена есть последний, когда пища уже остыла. Какой-то странный запах. Он исходит не от пищи. Противный запах, как будто мокрая тряпка или башмаки. Мама, это? Нет, мама, это пахнет остатками еды. Остатками. Остатки пищи? Нет, они не пахнут. Ну-ка, подождите минутку. Сейчас посмотрим. Холодильник не пахнет. Мусор я выбрасывала. Я ничего не вижу. Мама? Нет, нет, пахнет стиральная машина. Нет, да. Она не пахнет. От меня тоже не пахнет. Ни от кого не пахнет, а я чувствую вонь. Да, пахнет от стиральной машины, точно. Да это крыса. Это крыса наверняка. Ну-ка, давайте. Давайте, сейчас мы ее поймаем. Ну-ка. Ловите ее. Сейчас я ее погоню, а вы ее ловите. Я ее сейчас прибью. Давайте поймаем крысу. Ну, ловите. Больше
Больше ты у меня не закричишь, дорогуша. Пока я буду заниматься с тобой любовью, не закричишь. Сделка, которую мы только что заключили, заслуживает аплодисментов. И давайте выпьем за это. Чтоб всегда у нас были деньги. Рокки, давай сменим тему. Кто эта блондинка? Минуточку. Это девочка недотрога. Это девочка исключительно для папочки, сидящего перед вами. Для господина господ. Для короля этого бизнеса. Но чтоб ты не сомневался, что я тебе друг, я тебе даю возможность проверить. Спорим, что у тебя ничего не выйдет. Но 5 сотен хватит? Нет, всего 5, парень. Ставлю 10 сотенных. Ну, давай смелее, давай. Ладно, ставки сделаны. Давай. Эта девочка тигрица, даже львица. Идиот. Не может быть. Не может быть. Привет. Это ужасно. Этого не может быть. Не может быть. Это ужасно. Да хватит тебе. Ничего не произошло. Это был всего лишь поцелуй. Поцелуй и все. Поцелуй. Габи, тебе кажется, этого мало? Мало? Ну, послушай, это был не настоящий поцелуй. Ты знаешь, как было дело? Пришел какой-то тип и угрожал ему пистолетом. Этим объясняется этот поцелуй. Вот и все. Габи, между вами не должно быть никаких поцелуев. Он не должен целовать тебя. Не должен. Пойми меня. Никаких поцелуев между вами. Он не должен тебя целовать. А почему? Что случилось? Я ничего не понимаю. Почему? Ничего не понимаю. Габи, этот тип не должен дотрагиваться до тебя. Он не может прикасаться к тебе. Это грех. Так как этот тип... Привет. Можно войти? А это, судя по всему, Габриэла. Ты Габриэла, да? Да? Нет, отец, не увиливай, скажи мне правду. Почему эта женщина сказала, что я весь в тебя? Что у тебя было с ней? Ну, говори, прошу тебя. Нет. Я не хочу возвращаться к этому. Это часть моего прошлого. И мы не должны... Нет, должны. Ты обязан сказать мне, что было между вами. Я жду. Ну, ладно. У меня была связь с Консуэло. Я сломал жизнь матери Габриэлы. Я принес много горя Консуэло. И ты не должен поступать так же с ее дочерью.